О бурятском ушу в нашей стране знают не понаслышке. Практически с каждых международных соревнований ребята привозят россыпь медалей. Поэтому спортивная школа номер 18 открыла новый филиал. Здесь ребята смогут овладеть разными стилями и видами оружия, будь то копье или меч. А квалифицированные тренеры всегда подскажут, что да как. Часто говорю ребятам, никогда не останавливаться и не сдаваться. Цель, она всегда должна быть самая высокая, и надо всегда верить. Если ты веришь в свою победу, в свой успех, то все обязательно получится. Кроме обычных физических упражнений, ребята могут посещать зал с бассейном, комплексные упражнения на матах, и в воде позволят укрепить здоровье и дух. Большинство ходит сюда годами и желают связать свою жизнь именно с ушу. Выбираю ушу, потому что это моя жизнь. Весь ушу я не представляю себе. Здесь находятся мои друзья, сверстники, товарищи по команде. Также я желаю продолжить себя, свой путь в тренерской работе. Также тренировать детей, призывать всех к спорту. В стенах этой школы провожу больше, чем даже дома. С учебы сразу сюда, здесь до 10 часов вечера, потом уже домой, там, кушать, спать, все на все, что хватает сил. Ушу – это сложно-коррекционный вид спорта. Конечно, он сложен, как и любой вид спорта, но это своя история, своя философия. Ушу нашей школы учит не только быть каким-то хорошим спортсменом, наши учителя учат нас быть хорошими людьми. Ученики школы активно участвуют в соревнованиях не только по России, но и за рубежом. Андрей Слепнев, Баир Цыдыпов, Олег Намжилов, Евгений Павлов. Новости дня.